20 числа. Утром началась сильная бомбежка. Начали бомбить жалобу. Мы ушли до Кумаю. Часов в 12 Андрей пошел домой. Говорит, я пойду посмотрю, что там, собак еще. Пришел и говорит, ребята, все, нам трандец, танки в жалобку. Ну и стоим во дворе, они были во дворе, а я стояла, вышла на огород, с хаты. И с этого самого, с огорода заскочило 5 человек. С автоматами, но без этих обознавательных знаков. У них ничего не было, не нашло никаких. Белые маскалаты. Начали спрашивать, где укроп? А мы где укроп? Какой укроп? Январь месяц. Таких никого нету. Ну какие укропы? Мы даже не знаем, что это такое. Ну и они проверяли подвал и ушли. И началась бомбежка. Утром я пошла домой к себе. Там уже хата Пробежь. Занятая. Уже ночуют. Кем? Ополченцами. Как они представились? Мы Луганская национальная гвардия. ЛНР. Мы обслуживаемся, ничего плохого не сделали. Мы освободители, мы не каратели украинцы. А кто сидел в танках? Луганская национальная гвардия? Нет, не русские. Это не русские. Это сейчас, сейчас вот машины их не стоят. Написано это, Новороссия. Вот это вот. На машинах. Да, на машинах. Флаги их и это самое, Новороссия. Танкисты все, ну, российское подданство. Они деньги дают, дай пачку рублей, 100 рублей. Как они выглядят хорошо, если это не... Ну не русские национальные. Ну не русские. Они были вообще, что машину хотел забрать серб. Не вот русская это... национальность, негры, китайцы. Не, разрез глаз. Азиаты. Не азиаты, вот тут мурты. Так. Все, понятно. Наши северяне, хоть бывшие наши. Ясно, понятно. А вот эти, да, 26-го числа, да, 26-го числа вообще один пришел с автоматом. Ключи от машины, от четверки, вот это, что-то это, дайте мы, это. Я говорю, а где, хлопцы ж молчат, стоят. А я как начала на него кричать, говорю, а где я ее тогда найду? В Луганске, в этом самом найдешь ее. Я поеду с тобой, я не отдам машину. Ну как я отдам машину? Я говорю, хату всю разограбили, без ничего оставили. Я говорю, еще вещи сложила в машину, еще давайте и машину заберете. И он дергал, хорошо, что колесо что там принесло. И он ее не отодрал. Я же оделась и пошла, думаю, пойду до ихнего старшего, ну что это такое? И как раз они поменялись, они друг с другом, я так поняла, что они не связаны или что. Что тот говорит, хорошо, да ну не ладно, мой отряд. Это не мой отряд, я за всех отвечать не буду. А в итоге никто ни за кого не отвечает, но грабят полностью.